Всем привет! В эфире «Универ Новости», а в студии Максим Мартынов. В Музее истории Казанского федерального университета состоялось вручение дипломов кандидатов и докторов наук. Мероприятие прошло при участии первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского. Помимо соискателей, на церемонии также присутствовали научные руководители дипломных работ и председатели диссертационных советов университета. КФУ входит в перечень научных организаций и вузов, которым предоставляется право самостоятельно создавать на своей базе диссертационные советы и присуждать ученые степени доктора и кандидата наук. С 1 мая начали действовать изменения, касающиеся комиссии за переводы между собственными счетами до 30 миллионов рублей. Согласно нововведениям, перечисления средств между своими счетами в разных банках станут бесплатными. Это положительно отразится на возможности граждан перераспределять свои сбережения и увеличить сумму переводов. Согласно закону, принятому в прошлом году, финансовые учреждения обязаны обеспечить переводы по системе быстрых платежей и реквизитам клиентов между их собственными счетами в разных кредитных организациях до 30 миллионов рублей в месяц без комиссий. Раньше бесплатные переводы между счетами клиента были возможны только через СБП, а их лимит составлял 100 тысяч рублей. Перевод денег с карты на карту с помощью телефона сейчас основной и самый удобный способ перечисления средств между физическими лицами. Не требуется идти в отделение банка или искать банкомат. Некоторые банки не подключают клиентов автоматически к СБП, поэтому если вы совершаете перевод в первый раз, нужно сначала удостовериться, что карта подключена к ней. Речь идет о том, чтобы дать возможность клиентам банков переводить деньги на свои собственные счета из одного банка в другой банк. По всем остальным операциям лимиты оставлены теми же самыми, ничего больше не изменилось. Речь идет именно о том, чтобы дать возможность клиентам более свободно распоряжаться своими деньгами, находящимися на счетах в разных коммерческих банках. Смысл заключается в том, чтобы сделать более свободной конкуренцию банков за деньги клиентов. Существует несколько вариантов перевода денежных средств, например, по номеру карты или счета. В случае крупного перечисления рекомендуется сначала отправить тестовую, небольшую сумму денег и удостовериться, что реквизиты правильные и средства дошли до получателя. При переводах через банкомат, а также через кассу банка комиссия может быть больше, поскольку банк затрачивает много ресурсов. Но есть и плюс, ведь зачастую лимит суммы перевода отсутствует. Менее популярные операции, которые предоставляют не все банки, являются перевод денег через СМС-сообщение или СМС-команду, а самой популярной является перенос денежных средств по системе быстрых платежей. Изменения в лимите переводов без комиссии важны для людей в экономическом плане, поскольку способствуют повышению доступности и эффективности банковских услуг, а также обеспечивают больший контроль и гибкость в управлении личными финансами. Люди смогут более свободно распорядиться своими деньгами. Они могут иметь сразу несколько активно используемых счетов. В первую очередь это касается текущих счетов, то есть банковских карт. Могут иметь несколько активно используемых карт, счетов в разных банках и свободно перемещать свои средства между этими счетами, что сейчас отчасти затруднительно. Люди получат возможность выбирать не только, скажем, банк, в котором у них зарплатный счет, но и более свободный доступ получат к услугам других банков. Снижение или отсутствие комиссии за переводы между своими счетами открывает новые возможности для эффективного управления финансами. Граждане могут легче перемещать средства между разными банками, выбирая наиболее выгодные условия обслуживания и сохранения денежных средств. Данное нововведение способствует конкуренции между банками, поскольку они будут стараться предлагать более выгодные условия для привлечения клиентов. Это может привести к снижению комиссий и улучшению общего качества банковских услуг. Речь идет о справедливости, да, то есть
об избавлении человека от необходимости платить за то, что он перекладывает собственные деньги из одного кармана в другой. А с другой стороны, это в большей степени даже не закон о снижении комиссии для клиентов, а это закон об ужесточении борьбы банков за клиентские деньги. Отмена комиссии за перевод средств между счетами внутри одного банка может привести к финансовым потерям для банка, так как комиссии за операции являются одним из источников его дохода. Однако банки могут рассматривать отмену комиссии как инвестицию в увеличение клиентской базы и удержание существующих клиентов. В конечном итоге это может привести к увеличению доходов за счет роста объемов операций и привлечения новых клиентов. Дмитрий Ушанкин, Резида Каримова, Универ-Новости. 30 апреля завершился фестиваль «Станция Мир», где на одной площадке встретились как популярные, так и молодые артисты, чтобы погрузить зрителей в мир трендов и новой музыки. О том, как прошел фестиваль и чем он отличался от других концертов, расскажет моя коллега Яна Яковлева. 30 апреля в IT-парке имени Башира Рамиева прошел второй музыкальный фестиваль «Станция Мир». Это площадка поддержки начинающих музыкантов, масштабный перформанс для зрителей и сообщества единомышленников. Площадка IT-парка имени Башира Рамиева выбрана не случайно. Именно здесь, по словам организаторов, есть все необходимое техническое оснащение для проведения такого масштабного фестиваля. В основе идеи лежала история орбитальной станции «Мир», в которой вплетено творчество каждого из исполнителей. Мероприятие представляла собой образ четырех стихий – огонь, вода, воздух и земля. Мир, любовь и космос, я скажу как пиарщик, потому что это наш слоган, и мы его выбрали не просто так, мы в это верим, и мы не про то, что против чего-то, мы именно хотим дарить людям эти три слова, а космос тоже дарить, да, потому что я думаю, что люди испытывают эмоции, которые похожи на что-то космическое. Мы работаем с сентября примерно активно над проектом. С прошлого года мы там небольшую паузу брали и продолжали уже двигаться. И, наверное, только с нового года мы начали уже репетировать, начали собирать техрайдеры, начали собирать свет, звук, вот это все как-то выстраивать. И, собственно, видео тоже с тех пор примерно работает. Всего на фестиваль было приглашено 13 артистов из разных регионов России. Среди них «Дышать», «Каспий», «Юхим» и многие другие. Для каждого номера создавалось индивидуальное оформление. Визуальный внутренний мир и посыл артиста помогли прочувствовать настроение произведения. Для отражения режиссерской концепции использовалась 3D и 2D-графика, генеративная графика, саунд-дизайн и сценография. Все номера связаны, они метафорично раскрыли историю станции «Мир», которая путешествовала по бескрайним просторам космоса и открывала новые миры наших артистов. Отличительной чертой музыкального фестиваля является то, что именно здесь молодые талантливые исполнители могут попробовать себя на большой сцене, познакомиться с большим количеством творческих людей, показать себя и, конечно, найти своих слушателей. У нас был уже пул артистов, и все отслушивали. Там порядок не скажу, что-то вроде там нескольких сотен артистов с песнями, с релизами. Вот, и шли споры разного рода, кого взять, кого не взять, кто сильный став, кто не сильный. И самое сложное, это, наверное, вшить их в концепцию, потому что 4 блока, 4 стихии, кто к чему относится и как нам это шоу сделать цельным более-менее в плане дополнения. Во втором сезоне на фестивале выступили артисты не только из Татарстана, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Саратова. Как отмечают зрители, в этом году «Станция Мир» вновь поразила необычной красотой графики и живым исполнением современных музыкантов. Я удивился, что есть новые такие исполнители с крутыми песнями. Мне очень понравилось. Я вот подпишусь на некоторых исполнителей, мне прям зашло. Вот Нефлис, или как я сейчас могу ошибаться, как название певца группы выговорить, но там какая-то глубина есть. Мне понравилась его еще мысль, которую он говорил, откуда энергию черпает для своих песен. А другой — это ритм, такой задор и, не знаю, в общем, как-то сам эпатажный человек такой. Фестиваль «Станция Мир» уверенно совместил в себе разножанровых исполнителей. Здесь слушатели познакомились с экспериментальным хип-хопом на татарском языке, который переплетается с элементами инди-попа, восточной этники и африканскими битами. Музыкант из Санкт-Петербурга перенес зрителей в атмосферу шаманских обрядов, а Беку показала, как гармонично совместить этнические мотивы и поп-музыку. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, арт-резиденции «Реактор» и приложения для артистов студию «Адхар».
хай-фай стриминга звук. Отметим, что партнером фестиваля также является телеканал «Универ ТВ». В скором времени вас ждет полная версия интервью с исполнителями на нашем телеканале. Не пропустите. Яна Яковлева, Аделина Абдрахманова, «Универ Новости». Совсем скоро наступит лето, любимое время года многих россиян. До конца весны осталось не больше месяца, но пока она, видимо, не собирается уходить. Из-за чего в Казани в ближайшее время выпадет снег, и когда ждать теплую погоду, узнаете в следующем сюжете. Совсем недавно жители Татарстана сменили теплые куртки и пальто на кофты и футболки. Середина апреля выдалась аномально жаркой. Температура воздуха достигала 27 градусов, что превзошло самый высокий показатель за период весенних наблюдений 1973 года. Но теплая погода длилась недолго. Как отметили в гидрометцентре Республики Татарстан, в ближайшие дни климат значительно ухудшится. Ожидается похолодание до минусовой температуры и выпадение осадков. Сейчас среднесуточная температура должна быть порядка 11 градусов со знаком плюс. Она будет, может быть, градусов даже 5, значительно ниже этого климата. Чем это обусловлено? Обусловлено это тем, что открылась Арктика. Арктика, ну, такое есть в народе выражение, черемуха и похолодание. Вот сейчас черемуха зацвела, Арктика открылась. И, во-первых, очень низкие температуры, особенно ночные. Ночные даже могут быть отрицательными. Похолодание пришло из-за влияния циклона с северными воздушными потоками. Согласно прогнозу синоптиков, в течение трех дней температура будет постепенно снижаться. 3 и 4 мая усилится северо-западный ветер. Его скорость может достигать 15-20 метров в секунду. Стоит ожидать и осадки. Они будут выпадать в виде кратковременных зарядов, но при этом существенно ухудшать видимость. Как раз идет, видите, арктическое вторжение. Это воздушные массы идут из Арктики. Арктика всегда холодная. И северные потоки сейчас у нас, так сказать, в атмосфере низкие температуры. И более того, поскольку здесь еще вторичный холодный фронт, то он может принести нам и осадки. А ночные осадки ожидают в смешанном виде, то есть в виде дождя и снега. В воскресенье выпадение снега маловероятно, но местами пройдет дождь. Температура будет также сниженной – от 1 до минус 4 градусов. Днем же потеплеет до 6-11 градусов. Следующая неделя обещает быть такой же переменчивой, поэтому теплую одежду пока рано убирать. И лучше всего запастись зонтами. Вот первая декада, по крайней мере, первая декада мая, она ниже климатической нормы будет градусов на 5 в среднем. В том числе и ближайшая пентада, вот эти 5 дней. И можно ожидать, так сказать, уже повышения температуры и так далее. Это уже как-то уже попозднее. Такая поговорка есть. Май холодный, год плодородный. Вот. Но отрицательная температура нежелательная. Это заморозки. Температура на почве или в воздухе ниже 0 градусов. Ниже 0 градусов. И вот этот северный заток, открытие Арктики, оно, конечно, не вечно. Оно обычно бывает такими эпизодами, пройдет вот там неделя, декады, и все. И, так сказать, на нас будет работать, допустим, Атлантика. Атлантика, она всегда теплая, она не принесет нам больших холодов. Либо, допустим, антициклон, если образуется область высокого давления, вот, в европейской части. Расстраиваться не стоит. Погода все же порадует нас ближе к середине мая. Уже 13 числа температура воздуха составит плюс 20 градусов. И по прогнозам, ниже 14 она уже не опустится. Кристина Отекина, Николай Суховский, «Универ-новости». Команда лаборатории интеллектуальных робототехнических систем научно-исследовательской лаборатории робототехническое инженерное образование Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета стала победителем регионального этапа открытого российского чемпионата по робототехнике Robot World Cup Initiative в направлении RoboCup Robot at Home. В этом году участники секции RoboCup Robot at Home должны были с помощью роботов убрать помещение от мусора после праздника. При этом робот должен был рассортировать мусор по двум категориям. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!